домашний вечер, который посвящен отличному международному дню, проведенному Организацией Объединенных Наций. Меня зовут Александр Горелев, кстати, я директор этого информационного центра ООН в Москве. День свободы печати, и я вас всех приветствую здесь. Системы является содействие свободе выражения мнений в качестве основы человеческого достоинства и краеугольного камня демократии. Революция в области средств информации вызывает новые дискуссии по вопросам свободы высказываний, характера регламентации в этой сфере, сбалансированности между выражением мнений и ответственностью. В контексте Всемирного дня наш центр уже в пятый раз обращается к роли политической карикатуры как элемента выражения взглядов и воздействия на общественное мнение. Этот жанр имеет прямое отношение к оппозиционной природе юмора и сатиры, равно как и к плюрализму средств массовой информации. Непочтительная, а подчас язвительная природа политической карикатуры позволяет переформулировать любую ситуацию. И вот проводимые уже традиционно в наших стенах весенние выставки в какой-то степени продолжают разговор о состоянии нынешней российской политической карикатуры. Благодарю вас за внимание и предоставляю слово Михаилу Серебрякову, карикатуристу, который в немалой степени замыслил вместе с нами эту выставку. Появилась такая идея провести выставку о коррупции. Причем не где-нибудь, а в Госдуме. Это была первая выставка. Потом была выставка в Счетной палате. Возили мы ее в Тверь. Вот также мы провели две выставки в Центральном доме художников. Есть Тимур Казаев, художник-карикатурист. Он смонтировал небольшой фильм, такой 10-минутный и неутомительный. Вот сейчас мы посмотрим, чтобы иметь большее представление о группе «Дебиапс». При поддержке Счетной палаты художники-карикатуристы развернули выставку, обличающую коррупцию, в том числе и народных избранников. Художник Михаил Серебряков такими увидел нечистых на руку слуг народа. Например, чем у них связаны руки и куда они прячут голову от решения проблем. Правда, кто это они, говорить и показывать нельзя. У меня было несколько работ персонифицированных, ну, как так говорить, да, но, к сожалению, их не разрешили. Зато интерьеры, в которых художники изобразили коррупционеров, легко узнаваемы. Здесь некий обобщенный образ коррупционеров, взяточников и так далее. Я думаю, кому нужно, они увидят в этом обобщенном образе себя. Увидеть себя, похоже, не очень-то хотелось. После открытия выставки народные избранники всячески избегали ходить по этому коридору, обычно одному из самых оживленных. Здесь пробегали только самые отчаянные. Лица Владимира Васильева особенно произвели впечатление карикатуры, посвященные оборотням в погонах. Может быть, потому что сам он уже не служит в органах. Ну, знаете, я думаю, что неприятно будет кому-то. А вот Владимир Жириновский рассказал, что сам стал жертвой коррупционеров. На его подмосковной даче уже 3 года не могут делать электричество. Громов арестовать, пока сейчас не дают ситуацию. Громов, в общем, вся эта нервотрепка продлится недолго. Выставки отвели всего 4 дня, из которых 1 выходной. И тогда уже ничто не будет напоминать депутатам, чего стоит молчание на пленарном заседании и чем вызвана дорога к власти. Берег бился синий прибой, но все мчалось словно сон. Стан твой нежный я обнимал и твой ротик целовал. Не забыть той встречи с тобой, когда прощалась ты с мной. Прощай, 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 моя родная. Тебе я шлю мое последнее танго. Я так любил тебя,
я так страдаю. Но ты не знала сердца моего. Прощай, 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 моя родная. Не полюбить мне в жизни больше никого. Я тебе одной лишь вспоминаю я. Пишу мое последнее танго.